Что касается природного газа, сегодня природный газ в Европе, и это мне сказал не наш министр, а крупный российский предприниматель, с Сечиным мы говорили, он же тоже газом занимается. Есть газ, да. В Европе сегодня газ меньше 110 долларов. Это там, в Европе, на биржах. Значит, у нас он в районе до 90 долларов. Если брать мировую цену. Да, там есть длительные, еще какие-то контракты, но ведь долгосрочные контракты по газу всегда привязываются к цене на нефть. И коль произошло падение цены на нефть, значит, произошло падение цены на природный газ. Поэтому 127 долларов сегодня уже такой в мире цены нет. Поэтому это надо иметь в виду, ты лучше меня знаешь это, как это считается. Поэтому позиция наша по нефти и по поставкам природного газа из России по ценам абсолютно прояснилась. И в этом направлении мы должны работать.